Добрый день! Сегодня будем черенковать вегетативную петунию «Звездное небо». Вот такую вот красоточку. У меня три кашпо. Сейчас мы будем снимать череночки. Череночки будут, смотрите, берем отводы сантиметров по 5. То бишь, вот так вот мы отрезаем. На два пазуха углубляем. Перед этим окунаем череночек в рабочий раствор, заранее подготовленный. Вот, мои маточники цветут вовсю. Сейчас февраль месяц. Будем черенковать. Снимаем черенки с кашпо. Так, нам надо привести порядок. Такие у нас череночки великолепные. Нам нужно отрезать все вот такие вот поникшие плети. Обрезаем все по кашпо. То есть нам надо вот это вот все убрать и сформировать красивый горшок. Снять с этих боковых ветвей, которые не спадают, череночки. И уже тогда будем черенковать. Привели в порядок кашпо. Вот мы его обрезали. Вот такой вот у нас горшочек аккуратный получился. Нарезали мы череночки. Вот наши череночки лежат. Черенки все очень достойные. Приготовили рабочий раствор. Начала укоренять. Вот уже укоренила. Вот подготовленный черенок. Очищенная ножка. Макаем в рабочий раствор. И сажаем в стаканчик. Так мы проделаем со всеми череночками. Кашпо вешаем на место, подкармливаем, вешаем на место. Оно обрастет и будет большой шар. Такой результат у нас получился. Поставили мы на корень звездное небо. Недели через две будет уже понятно, что у нас получилось. Спасибо за внимание. Подписывайтесь на мой канал. Будет очень много интересного.